Всем привет! Набрали мы сегодня грибов и решили несколько заморозить. Есть грибочки миленькие, вообще такие хорошенькие. Но есть, конечно, покрупнее вот такие. Но они все чистые. Все чистенькие. Так что мы их решили заморозить. Ароматные. Ой, какие ароматные вообще. Остальная часть у нас варится. Эти сейчас срежем и заморозим. Вот такие можно и целиком замораживать. Это же, наверное, целиком заморозим. Такой красавчик. Вот эти вот целиком пойдут у нас. Это шляпка чудатная. Лапа, куда лезешь? Лапа, ты что думаешь, мяско? Мяско думаешь? Это не мяско. Лапа, нельзя. И укладываем кулечки. Немножко. Чтоб не целую кучу доставать. Ну, понимаю. Так я нажимаю на них, воздух выходит, потом перекручиваю. В том году также замораживали, все грибочки зимой съели с овощами, пережаривали, все съели. Получались вкусные, ароматные. Вот так укладываем в морозилку. Все, наши грибочки готовы. Получаются ароматные, вкусные. И зимой идут у нас на ура. Че, Леша? Что, Марина, набрала? Набрала. Ну-ка, сколько? Много. Вот такие 4 штучки нашли. Вот такая дорога. Здесь такие ухабы. Специально пропахивали здесь, наверное, от пожаров. Срезали под лопату лесхоз. Вот. Такая дорожка. Посмотрим. В том году здесь очень грибов много было. Поспел шиповник красненький. Нынче такой шиповник красивый, крупный.
Вот какой красивенький грибочек. Еще один малыш такой. Это уже... Как они называются? Подосиновики. Подосиновики. Это мухомор. А вот он еще миленький грибочек. Такой. Выходим из леса. Пошли.